Добрый день всем. Добрый день, Нателла. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Конечно, я поздравляю вас с Новым годом. В нашей республике вас знают как певицу, талантливую, известную певицу. Чуть позже стало известно, что вы хороший поэт. Теперь у нас новая амплуа. Вы теперь снимаете фильмы, вы выступаете как режиссер, как переводчик. Ну, понятно, что творческий человек, он пробует себя в самых разных ипостасях. Мне бы хотелось узнать вот о последних событиях, о последнем фильме, который вы сняли, перевели, по-моему, даже сами смонтировали. Это отрывок из рассказа абазинского классика Кали Джигутанова. Мне бы хотелось узнать, как эта идея появилась снимать фильмы? Здравствуйте, с Новым годом! Спасибо. Я рада, что попала к вам на телевидение. Вы задали этот вопрос. Вы задали вопрос. Как появилась идея снять этот фильм? Знаете, спонтанно. Я вообще обожала это произведение с школьного возраста. И вдруг, ну и появились у нас любители Хорса. Думаю, подключу их и засниму историческое начало абазинской жизни. Ну, получилось так. Сделала звонок, естественно, люди присоединились. Спасибо, что помогли снять этот замечательный художественный документальный фильм. Сняли то, что получилось. Многие помогли при съемках фильма. Помогли с одеждами артистов. Артисты у меня с простого народа. Просто вот не работники театра, а простого народа. Нател, а кто конкретно помогал? Вот как вообще это все происходило? На каких площадках вы снимали? Кто снимал? Как монтировали? На какие камеры? Понятно, что вы подключили своих друзей, своих знакомых. Как сказали, артисты были из народа. Ну, в общем, любители, понятное дело. Как вы собирались? Как вы снимали это все? Как это происходило? Вот сам процесс интересен. Ну, было, снимали мы в Красном Востоке, снимали в исторических местах, чтобы фильм был похож на, ну, чтобы это было правдоподобно, чтобы придать исторический вид этого фильма. Этот помогал Урумов Ислам, спасибо ему огромное. Вот, снимала я. И еще очень помогли гости из Абхазии. Их одежду сшила директор Абхазского театра Ионова Диана. Вот. Также помогли с одеждой на Пшивамина. Угу. И сами артисты, у кого была форма национальная. Волонтеры Алашара и Рамазан Махце. Это когда они узнали, что я снимаю, они мне купили камеру, чтобы я могла свои работы как бы дальше снимать и продвигать. Спасибо им огромное. Нателла, фильм этот, он немножечко такой спорный, наверное. Я думаю, что не каждый примет, не каждый поймет. Там это же касается истории, развития народа, ну, родоначальников, истоков. И поэтому есть какие-то некие спорные моменты. Ты рассчитываешь на понимание? Белла, я понимаю, что это спорный вопрос. Но это исторический факт, и от этого никуда не денешься. О понимании людей я не надеюсь. Просто это мое видение. Ну, я думаю, что мы можем показать кусочек твоего фильма нашим зрителям, и они оценят. Да, я с удовольствием. История Чачмыраща
когда узнал, что узнал Его Величество царь Лов, Его Величество Хамсад вышел из себя. Приказал своему главнокомандующему отвезти, где тело было спрятано, Чачмараш, и удостовериться о его смерти. И избавиться, конечно же, от трупа. Это доказательство ему не на руку было. «Где труп? Покажи мне, где его спрятал!» «Вон там он лежит!» «В пещере каменном!» «Кто там лежит?» «Тот человек, который пугал весь аул, что он архангел Джабраил!» «Бессовестный, который себе возомнил, что он архангел Джабраил!» «Сжечь его надо!» «Сжечь его!» «Мертвому не мстят!» «Надо его сжечь, паршивец!» «Не оговаривайся!» «Делай, что тебе говорят!» «Он плохой человек!» «И ему гореть в аду за его проделки!» Покрывает себя шут. Нател, я так понимаю, что ты свои фильмы снимаешь исключительно сама, ни в каких проектах не участвуешь, никакие гранты не выигрывала, финансовых спонсоров у тебя нет. Вот тут просто интересно, где наши зрители, твои зрители, зрители Карачаева-Черкесии, смогут посмотреть это кино? Действительно, к сожалению, нет спонсоров. Было бы хорошо, конечно, чтобы кто-то спонсировал, чтобы они участвовали в проекте. Mm-hmm. А в скором будущем, надеюсь, будут предложения. Поэтому можно посмотреть в Ютубе. Нателла, я так понимаю, что это не единственный фильм, который ты сняла, и в будущем ты тоже собираешься в этом плане развиваться, снимать кино, снимать фильмы, позиционировать себя как режиссер. Хочу снять не один фильм еще. Сколько смогу, столько и сниму. Недавно сняла миниатюру поучительную. Сейчас буду снимать по своим рассказам фильмы. Я смотрю, получается у меня неплохо. Почему бы не идти дальше? И тебе это интересно? Это мне очень интересно, интереснее даже, чем петь, я так скажу. Угу. Вот. Ну, буду развивать. Нателлу Чамба в нашей республике, ну, за ее пределами, знают больше как певицу, как поэта. Но я так понимаю, что ты решила больше сейчас уйти в режиссуру. И будет ли развиваться певческая карьера дальше? Белла, ну, естественно, я не остановлюсь. Петь – это мое любимое занятие. Я пишу песни. Я как бы сейчас, вот в данное время, скоро, в скором будущем выйдет у меня дуэт новой песни «Люблю и ненавижу». Вот. Поэтому и снимать фильмы, и петь, и писать стихи, то есть это у меня вот каждая имеет свое место быть. Угу. Поэтому я не буду останавливаться, я буду идти вперед. Ну что ж, я поздравляю тебя с Новым годом еще раз, желаю тебе творческих успехов и чтобы все у тебя получилось. Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное, Белла. Поздравляю с Новым годом всех зрителей. Кто меня знает и кто меня не знает. Дай Бог, чтобы все было у нас замечательно. Чтобы было над нами мирное небо. И чтобы мы осуществляли все свои планы, скажем так.